Помочь в строительстве Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на Кубринском укреплении Брестской крепости вызывается все больше и больше молодежи. Отрадно, что именно эти юноши и девушки понимают, как важна преемственность поколений народа. Молодые белорусы помнят тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Сегодня на стройке Республиканского патриотического центра уже отработали 4 отряда, а также 760 человек из волонтерских отрядов. Это молодежь и из Брестского технического университета и университета Пушкина, из колледжа строителей и колледжа приборостроения, юноши и девушки Минского завода «Интеграл». В этот раз эстафету приняла молодежь предприятия «Брестэнерго». Нам выдалась такая возможность поучаствовать в строительстве молодежного, республиканского молодежного патриотического центра. Мы внесли свой маленький вклад, мы уже не первый раз участвуем, в начале января мы тоже ездили. Ребята охотно согласились, потому что, ну, всегда рады помочь. Мы часто где-то участвуем и вносим свой вклад. Важно внести какой-то вот именно вот этот вклад маленький, чтобы ребята понимали тоже свою значимость. И, ну, не только же мы должны заниматься своей основной деятельностью, но и помогать другим. Объем работ как был большим, так и остался. Однако нужно отдать должное, что результат работы уже заметен. Стены очищены от многолетней штукатурки, пол выглядит опрятно. Строительные работы идут полным ходом. Сейчас акцент сделан на подвал. Юноши очищают его от песка, чтобы уже можно было начинать прокладывать канализацию. На первый взгляд может показаться, что работа несложная. Что там насыпать песок в ведро и вынести его за пределы стройки? Однако есть одно но. Таких ведер собрать и вынести нужно тысячи. Стройка Республиканского молодежного патриотического центра – это важное событие для нашей республики. В этом году и мы должны внести свой маленький вклад для строительства этого центра, ведь воспитание молодежи, особенно в наше время, сейчас занимает очень важную должность, важную роль играет, так как мы должны помнить и честь нашу историю. И именно поэтому сегодня мы здесь, чтобы помочь хоть немножко, но внести свой вклад в будущее. Это правильно, чтобы в таком объекте привлекалась именно молодежь, потому что своим примером мы должны показывать, привлекать, скажем так, инициативу других предприятий, и поколение постарше, и поколение помладше будут брать с нас пример. Поэтому я считаю, что именно молодежь должна принимать участие в подобных объектах. Первый этап строительства Республиканского патриотического центра в Брестской крепости планируют завершить к юбилею Великой Победы 9 мая. А до этого времени еще ни один отряд, ни одно предприятие или учреждение приложит свои усилия, чтобы данный патриотический центр получился по-настоящему достойным.